Однажды, жарким летом 2012 года, мы отправились в таинственное путешествие в поисках остатков атлантов и нефилимов. И не в Тибет и Гималаи, как вы могли подумать, а в еще более мистическую страну, в страну огня, Азербайджан. Абустанда хэмэн шейда. Ва, дайра дейл. Ва, ортадан да бөлініп. Ва, факт кромлех тобы. Ва, кромлех. Сэн? Ортадан бөлініп. Хамсы бөлі. Büyük daireler yani şeyler. Şimdi bak bunda baştaşı tesadüfler. O bir serde yoktu. Hiç şey bilindi. Aşı yok. Eyni Kobustan'dır. Kobustan'da hemen bak bu kabir sandıklar var. Hemen kabir. Bak küçük. Bak küçük. Yani kuru. Bak kuru. Это была древняя деревня Нюте Хаши. Очень мистическая аномальная зона. И преодолевая море, горы, реки, леса, мы добрались до этой горной местности и начались наши поиски. Среди захватывающих дух горных пейзажей мы, рискуя жизнью на краю пропасти, обнаружили очень уникальные артефакты. Ага. Значит, здесь на вершине горы находится захоронение в виде кувшинов, глиняные кувшины, и внутри них находятся кости. Самое интересное, что они обожженные кости, пепел от кости большого размера кувшины. И внутри, но интересно, что вместе с человеческими костями там есть еще и животные кости. И внутри эти кувшины все сгоревшие. И находится пепел. Вот сейчас мы постараемся найти эти артефакты. Хайван сумидит, да? Инсан. Ора гельмиши, да, вон. Пощутся от этого ваша. Ne olardı o su bu yüzden çıkaydı? Hani... Tahminen haradadır ağaca. Hı? Tahminen haradadır o su. Ya sevmedi o. Ben bunu buradan aşağıya. Произошел горный обвал. Нашу дорогу прикрыли, но мы пройдем. Смотри, два камня обвалились. Как раз на этом подъеме. Ничего, сейчас их уберем. Здесь вот точно нужны нефилимы, чтобы это убрать. Вот здесь, на вершине горы. На невероятных высотах, в очень неожиданных местах, очень сложных местах, там находится много крепостей, а вокруг огромные кладбища с неизвестной цивилизацией. И по словам местных жителей, там
часто находят аномально большие кости, черепа людей размером, ростом где-то около 5 метров. Голубляр чекиблар рахатлайблар сунде не сечкиблар. Кадми мидия телеринде овар. На мидийских фресках вот это изображается как горный крепость, кишсу пирамидальный, зиккуратообразный.